позвоночнике кости встречаются, чтобы двигаться. Связаны связки. Между ними диск для амортизации и мышцы для движения. Все болезни абсолютно в позвоночнике начинаются с самого слабого звена. И самым слабым звеном в позвоночнике является диск, амортизатор. Он стирается во время движения. Я двигаюсь, он стирается. Это нормально или плохо? Это норма. Не стираться он не может. Я двигаюсь, он будет стираться. Бороться со стиранием не нужно. Со стиранием бороться не нужно, но нужно бороться за его восстановление. Если вы так начнете думать, вы найдете правду. Потому что если вы будете бороться со стиранием диска или сустава хряща, у вас ничего не получится. Вы хотите двигаться, они будут стираться. Бороться надо за восстановление. И когда вы начнете думать о восстановлении диска, вы очень легко придете вот к какому заключению. Первое. Диск восстанавливается тогда, когда он не стирается. А когда? Ночью. И в этом случае врач уже вам не помощник. Он не придет к вам ночью лечить вас. Я правильно говорю? Врач к вам не придет ночью. Вы сами можете только ночью что-то себе сделать хорошего. Пока вы не будете заботиться о своем диске, врач вам не поможет. Диск растет 6-7 месяцев где-то. Если мы говорим о самых легких стадиях начала, например, у детей сколиоза, то 6-7 месяцев обеспечьте ребенку уход за позвоночником, он выздоровеет без таблеток, без ничего и без процедур специальных. Что самое первое вы должны понимать? Диск днем стирается, с этим мы ничего не сможем сделать, мы двигаться хотим. Ночью восстанавливаться диску мешают напряженные мышцы, и их надо расслабить. Вот это все, что вы должны знать для начала. Мышцы в позвоночнике нужно на ночь расслабить, чтобы диск рос. Это лечение или это оздоровление? Это не лечение, это подражание естественному ходу вещей, природе. Если мои диски растут, причем диски растут до конца жизни. Если доктор вам сказал, что диски не восстанавливаются, он сбрехал тупо вообще, тупо брешет. Ногти у доктора растут всю жизнь. Всю жизнь растут? Да. А волосы всю жизнь растут? Да. Даже если их мало, тоже всю жизнь растут. Я брею себя раз в неделю. Обязательно. Иначе имидж портится. У доктора ногти растут всю жизнь. Диски растут всю жизнь. Хрящи в суставах растут всю жизнь. Просто надо обеспечить их восстановление. И первая задача – расслабить все мышцы на ночь. Перед сном или в течение сна расслабить мышцы,